школах района растят не только успешных учеников, но и спортсменов. В прошлом году 22 образовательных учреждения стали участниками краевого проекта «Шахматы в школу». Лучшие юные шахматисты смогут принять участие в краевом первенстве «Белая ладья», которое пройдет весной в Краснодаре. В отборочном муниципальном этапе краевого первенства среди образовательных учреждений по шахматам приняли участие 17 команд школ Славянского района. Но прежде чем попасть на районные соревнования, юные шахматисты прошли отборочный тур в своих образовательных учреждениях. За право представлять родную школу боролись около 3000 учащихся. Сильнейшие приняли участие в районном этапе. Наш район, наряду с другими районами, участвует в таком краевом проекте, называется он «Шахматы в школу». Еще 2017-18 учебном году в этот проект вступила 20-я школа поселка Забойского. Сейчас у нас в этом проекте 4-й лицей, 28-я школа, 29-я школа, 20-я школа. И еще в 22 школах из 35 шахматы введены как в кружковую работу, во внеурочную деятельность. Например, в первом лицее шахматы введены как предмет в урок физкультуры. Всем известно, что шахматы считают гимнастикой для ума. Они развивают память, мышление, логику. Те, кто с ранних лет занимается шахматами, лучше учатся в школе, уверены тренеры. Прекрасная память, прекрасное логическое мышление. У них успеваемость улучшенная. Все дети, которые приходят в первый класс, они значительно отличаются от тех детей, которые не занимаются шахматами. Потому что у них логические размышления очень лучше, намного лучше, чем у тех, которые не занимаются. Нина Шапарь преподает шахматы в 48-й школе. К ней на занятия ходят более 50 учеников, и многие добились прекрасных результатов. На районные соревнования тренер привезла чемпионку Краснодарского края, призера Южного федерального округа Ульяну Колодченко и не менее именитого Егора Солодкий. Я занимаюсь шахматами уже 3 года. А в шахматах мне не интересны их комбинации, дебюты и то, как выстраиваются фигуры. Я уже добился того, что я двукратный чемпион Славянского района, и я вхожу в десятку сильнейших игроков края в своем возрасте. В результате напряженной шахматной баталии победителем стала команда городской школы номер 18. На втором месте учащиеся лицея номер 1. На третьем – юные шахматисты лицея номер 4. Команда-победитель будет представлять Славянский район на краевых соревнованиях, которые пройдут этой весной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».